пан Красильников постійно на заяви, якийсь клуб створив Чорноморського флоту? Я не знаю, що він створив. Я не інтересуюсь цими всіми событиями. Я думаю о том, щоб футбольний клуб «Сосок» продовжив свою дальнейшую жизнь. Він компетентний говорити про клуб? Конечно, он президент клуба. Ну, вы же говорите одну позицию. Я почетный президент. Он президент по сегодня какое число? Четное. 12. 12. Сегодня я президент. Да, он завтра. Добре, дякую. Скажите, пожалуйста, вас лице Стополя может переименовать правильный президент? Вообще, конечно. Мы рассматриваем все юридические возможности дальнейших всех событий. Как оно будет, я пока не знаю. У меня ответа нет ни на один вопрос. Мы на пути к тому, чтобы эти ответы получить.